Айдвемер в потусторонь, когда был построен под... Давай его! Быстро! Невообразимо! Теперь я вижу! Запечатывающая структура рассекается на мельчайшие фракталы. Кровь Двемеров может ослабить крюки, но она не течет в живых жилах. Доспехи их братьев можно собрать для факсимиле. Обман. Они такого не ждали, нет, даже они. Кровь Альтмеров, Босьмеров, Данмеров, Фалмеров и Арсимеров. Живущие эльфы дадут ключ. Принеси себя к всему экстрактору. Он выпьет свежую кровь эльфов. Приди, когда соберешь все разновидности. Я Хермеус Морра, я страх невидимого, знающий неведомое. Я следил за тобой, смертное существо. Я доволен. Твоя помощь Септимию делает его все менее необходимым. Он хорошо послужил мне, но время его на исходе. Когда этот адский ящик откроется, Септим перестанет быть мне нужен. Когда придет этот час, ты займешь его место, станешь моей дланью. Что скажешь? Берегись, многие так думали. Я сломал их всех. Ты не сможешь вечно прятаться от меня. Тебя, Кел, древний свиток, Титкре Квалос. Время дрожит от его прикосновения. Это не сам... Тебя ведет судьба. Смелость достойна похвалы. Крифотокрин, теперь умри напрасной смертью.
кроме крови на своем клинке. А о чем еще думать? Битва внизу идет плохо. Если Алдуин не примет наш вызов, боюсь, все потеряно. Ты слишком волнуешься, брат. Победа будет за нами. Почему Алдуин выжидает? Мы рисковали всем из-за твоего плана, старик. Он придет. Он не отринет наш вызов. И зачем ему нас бояться? Мы его хорошо понимали. Четверо его родичей пали сегодня от моего клинка. Но никто еще не выстоял против самого Алдуина. Калтор, Сори, Биргер. У них не было дракона боя. Как только мы его свалим, клянусь, я отрублю ему голову. Ты не понимаешь. Алдуина нельзя убить, как меньших драконов. Он нам не по силам. Вот почему я принес древний свиток. Фелдер, мы же решили его не использовать. Я не соглашался. И если ты прав, нет, он мне не понадобится. Мы разберемся с Алдуином сами. Здесь и сейчас. Скоро мы все увидим. Да будет так. Приближается. Дисанне, Хинхинде Валив, Сухиндар. И пусть Хинхарин отец посмотрит на нас из Сохнгарда. Смилостивятся духи над нашими душами. Своей участи.
Что? Thank you.
Воистину у тебя голос, как у Дова. Союзники Алдуина дважды подумают после этой победы. Нили Врахин Мора. Верно, это не окончательная Кронгра. Победа. Но даже герои древности не смогли одолеть Алдуина в открытом бою. Алдуин всегда был полог, горд в своей силе. Узнагар-Пар. Он принял владычество как свое родовое право. Это должно поколебать верность дов, которые ему служат. Да, один из его союзников мог бы нам рассказать. Матмахус. Но нелегко будет убедить одного из них предать его. Возможно, Хавкас-Юн, дворец в Вайтране, драконий предел. Его построили, чтобы держать там пленного дова. Хорошее место, чтобы заточить одного из союзников Алдуина, а? Да, но твой Суум силен. Не сомневаюсь, что ты сможешь убедить его. Суум.